Пламенный привет, господа и друзья, на канале «Обыкновенная мечта». Сегодня торговый центр «Терминал 21». 100 лет тут не были, приехали погулять, ну, вернее, не были с камерой, конечно же. Мы не то чтобы очень я, но иногда любим погулять по торговому центру. Вообще шопинг максимально на лазаде в онлайн-формате, но сейчас предновогоднее настроение, да, такое себе. Создать, хочу сказать, как здесь, что продается на Новый год, что у нас, как нарядили, в общем-то, елочку, и что можно купить. У нас просто у детей в школе уже крисмас-пати, и подарки надо выбирать для своих одноклассников. Мы зашли, куда мы зашли? В Минисо мы заходим, конечно же, в любимую семью. Дети, давайте посмотрим, что мне... Вот, как подарок. Это что, это игрушки на продаже? Это история, это эти, как там, сюрприз, какой попадет. А, да? Там пакетики, вот, смотри, они какие прикольные. И цена какая у них? 299 бат. Слушай, даже такая игрулина в наш бюджет не попадает. По 200 бат, ну, так, ограничили. Или от 200 бат. Игрушки надо подарить тайной Санте в школе. Эти шапочки здесь есть, 99 батов. Всякий раз. Что, Даринка, ты уже впечатлилась? Да. Маленькая мимишная Минисо. Мягкие игрушки. Из всяких вещей есть одежда для животных. Да, кстати. Все, все вот очень любят этот магазин. О, йога-коврики, кстати говоря. 329 батов. Есть шапочки для кошек. Это слюнявчики. Еще есть кушать, вот такие. По-моему. Да. Вот такие. У меня есть такая, только шапки. Розовая и больше у меня. Да. Мне бы вот такой один понадобился, чтобы лучше вот так тенями, да? Задело бы тебя прыщи. У тебя прыщи уже? Ну, родинки, чтобы закрашивать. Дарина закрашивает свои родинки почему-то. Мне не нравятся они. Они некрасиво смотрятся. Поэтому я их тенями замазываю. Смотри, мне какие. Очень нравятся такие кружечки. Они керамические. С крышечкой. Мам, очень миленькие, мам, да? Смотри, какая милая. Да, очень миленькие. 7. И вот такие 10. Есть кружечки. Уже в коробочках. Вот такая свинка 79 стоит. Тебе нравится? Нет. Фишка этого торгового центра это то, что на каждом этаже своя страна, своя атмосфера. Вот мы сейчас на этаже Италии. Здесь у нас Пизанская башня. Человек, да, он кричит: не падай. А вверху мы видим вон Голливуд. Здесь тоже на каждом этаже можно похомячить сладости. Мы потом найдем самое красивое местечко. Да, и, собственно говоря, это и сделаем. Что? На этаже Токио самый любимый этаж детей, где живут покемоны и все остальные японские вот эти анимашки. Сейчас посмотрим. Дарина задается вопросом, пушастики или как это? Пушины. Пушины это Япония или нет? Кто знает? Вроде да. Вроде да, сейчас выясним. А здесь что-то осень у них. Что такое? Здесь ярмарка. Здесь, кстати говоря, вон всякие разные яркие пляжные рыночные наряды. Играет музыка новогодняя. Сейчас, доча. И о, это вот такой вот дизайнерский... Хедмейд, кстати, очень приятная ткань. И если кто-то такое вот любит, это все по 100, 290. Всякие парерышки по 100. Конечно, на любителя, скажем так, но интересно. Ну вот прям интересно. Прям необычная штука. Здесь, знаете, что надо? Обязательно на каждом этаже заходить в туалет. Почему? Сейчас покажу.
И Ксюша побежала на фалафель. Остановись. Арабский. Так, где у нас туалет? Дальше туалет. Этаж у нас Токио, но кухня здесь вот ливанская кафешка. Кстати, мы ее уважаем. Но мы когда-нибудь пойдем. Она еще в этом есть. Вот. Прекрасно. А здесь чудесный такой красивый потолок. Эти ребята здесь борцы сумо борются. И товарищ самурай взлетает. Здесь такие очень красивые зоны отдыха. Он трусы снимает. Ну, ему надо же как-то его повалить. А он ему снимает. Здесь у нас сакуры по потолку. И вот здесь уже начинаются ваши, да, любимые аниме. Можно здесь купить всякие игрушки и наряды. Мы, кстати, здесь тоже покупаем иногда одежду. Это тоже ручная работа. Ой, какой красивый бисер. Да, Даринка? Да все, вот вручную плету. Даже вот такая вот сумочка. Девочки на радость. Вот сумочка 780 бат. Ну, это хедмейд, да. Заколочки ручной работы. Да, мне кажется, это делать очень интересно. 408 бат, две заколочки. Мама, а где эти жемчужинки добывают? Это пластмассовые. Но видишь их как плетут вручную. Это тоже сюрприз. Да. И непонятно, что там будет. Смотри, все, смотри, какие красивые. Да. Это иви. Няшки. Няшки? И вот такие еще могут попасться, смотри. Сколько они вот это стоят, спроси. Могут вот такие. 300, да? А это? Могут такие попасться. Это помни. Амач. Вот этот 299. Это 300, это 299. Какая красота. Эйфелевая башня, да, Дариночка? Пойдем искать ребят. Все уже разбрелись. Кто куда? Вот они. Пойдем. Мы шли в туалет уже. Боже, шапки. Никто не замерз. Ничего нельзя трогать. Как мило. Да, Дарешка? Как мило. Все они фотографируются. Все тут классно тогда. Пошли, мама. Все ради этого отдела. Здесь, по-моему, есть все, что они хотят. Это копилка. Копилка? Ой, смотри, какие милые. Мороженка покемона тебе. Мороженка покемона. Ой, это очень... С покемонами. Это можно взять кепку, набить любое слово и нацепить значок какой-либо. Вот такие. Кстати, вот значки. Хочешь посмотрим? Да, значки. Значки прикольно. Слушай, мы... А, нет, они такие, ну, как гвоздик и прикручиваются. Ну, в общем, в любую можно их сделать. Все. Покемона маны. Идем в туалет. Не просто. Дарина, нам воманский. Каждый здесь туалет тоже в определенном стиле. Просто шикарный. Да, здесь у нас сахар, сакуры. Ух ты, смотри, какие классные вообще раковины. А может вот этот? О, зачем такой? И на каждом этаже они разные. Да. Какие дети нужны, чтобы... Ну, маленькие дети. Где, как у меня? Интересные флакончики. Все такое... Египетская, хочется понюхать и не разбить. Очень похожи они на какие-то арабские, но... М-м-м.
Он мне нравится. Жапара. Парфюм. 12 миллилитров. 1290. Это что? О, это, наверное, вот эти. Боже, а мне очень запах понравился. Да? Ну, что? А тебе так эта женщина? Ну, что, я не могу. Они поставлены, чтобы их нюхать, Дарина. Очень красиво. Нам зашло. Дарина, это, тебе какой запах понравился? Карамельный. Из-за... Ванилька. Из-за карамельного мне хочется сахара. Да, это не за... Ну, вообще, это очень... Клево в плане и подарить, ну и подарить. И у нас уже мы вот этот для Дарины присмотрели. Мы сейчас папе его пока, ну, покажем. Может быть, он тебе на Новый год подарит. Просто сам не знаю. Кто его знает. Через камеру запах не передает. Это жалко, но зато мы можем показать, какая это красота. Это вот реально, мне кажется, ну сложно, конечно, аромат подобрать, но прикольно на подарок. Если бы через камеру передавался запах, тогда бы все понюхали запах, да, этих духов и захотели бы такие же себе намазать. Да. Ну, короче, да, и вот, ну, нравится мне вот эта все арабская история. Куда они меня ведут? Пойдем, говорит, куда? Здесь игровая зона такая. Они не хотят карточку, они хотят что-то вот из этого покрутить и выпадет. Покрутить и выпадет. Что, Даринка? А что это за попа у него такая? Это брелок из попы. Брелок из попы. Ой, там ребята что-то там крутят. Кто там? Рыбалка, да? Он рыбачит. Они ловят рыбу. Это интересно, садика. Это интересно. И вот это мужской наряд, между прочим. Да, Даришка. О, прикольные. Тапульки. 790 бат. Ощущение, смотри, что они бумажные. Смотри. Если сильно долго смотреть вниз, то начинает в глазах рябить. О, вот тут люк красивый. Вау. Да. Да я не знаю, на какой этаж мы поднялись. На китайский? На какой? Где мы? Вот там везде вкусно пахло выпечкой, а тут нигде, везде лапшой пахнет вот этой вот. Прикольные 50 бат, я согласна. И вот такие тоже. Я согласна я на это. А есть это? Да. Мы у цели. Цель вот эти вот аппараты с котиками, покемонами, шмот. Ой, Дарина, а этих котов ты знаешь? Смотри, какие клевые. Не, мне вот эти котики нравятся. Вот эти, это вот эти пушистики, которые? Нет, это не пушистые. Ну, рассмотри хорошо, потому что здесь какие-то анимашки еще. Ой. Что? Смотри, тут наверх. Ребята, пошли разменивать. Два токена 100 бат. Два токена, давайте один нам. Один Дарине, другой. Ну? А, сюда? Ну, не знаю. Так, а у нас захватило, токена не дает. Дает, дал. Один токен тебе. Ты решил взломать. Ой, прекрасный, пошли. Да, первый пошел. Нет, ну подожди, тут видишь прорезь? Крути. Полные штаны. Они еще маленькие были, любили эти шарики в этом терминале. Они, по-моему, есть и в Централ фестивале. И мне попался такой, которого я прям хотела, и такого же раскраса, и такой же формы.
Что там, Тём? Надо собрать. Этот котик против. Ладно, идем обмывать. Пойдем что-нибудь вкусненькое съедим. Все-таки сама цель нашего шопинга – это не игрушки, а еда. Короче, кафе пока мы не нашли, а вот гигантскую распродажу с огромной очередью. Да. Так, ну что, цель мероприятия достигнута, мы пришли в кафешечку, прям которая около основания Эйфелевой башни. Покушать по пироженке. Пироженки, конечно, красиво выглядят. Стоят они здесь как классная порция морепродуктов примерно. Ну и также напитки. Но красиво. Мне очень-очень сильно понравились вот эти вот открыточки своими руками. Красота такая, такая тонкая работа. Просто нереальная. И это мастер-класс. Здесь можно сделать, по-моему, то же самое себе. Или какой-то подарочек выбрать. Столики стоят с красками, где это все уже творили. Очень здорово, очень красиво, очень атмосферненько. Вообще он типа лежит, но это тоже прикольно. Смотри, они оба сердятся, потому что им дали не то, что они хотели. Мама, это точно не капучино? Точно. Ну, потрогай. Пенка для ванны с прекрасным запахом. Это магазинчик Лэш. Пахни! Ага! Вот где атмосферка. И как раз здесь любимых всеми H&M. Заходим. Ой, так холодно-то везде. Торговые центры нужно одевать куртки, да? Уж очень сильно кондиционерят. Либо они специально делают такую температуру, чтобы захотелось купить теплую штученьку такую вот примерно за 400 бат. Но очень сильно холодно. Или вот такую вот коротенькую, хорошенькую, дутенькую жилетку, которая нам в Таиланде совершенно не нужна. Смотри, какая красивая. Да, прикольно, да. Лолита такая же есть. А я фанат вот таких вот простых нарядов. Очень простых, без всяких надписей. Я вам так образно покажу, потому что... Да, что-то у тебя с майками. Ну, пойдемте глянем на детский этаж. Это новые майки. Посмотри. Классненькая тоже штучка. 600 бат. На маленького, только для мальчика. Ну, все. В детском все в H&M веселее. Мне нравится. Мама, милая очень. Сейчас мы с пустыми руками точно не уйдем. 350 бат. Что это? Нет. Побольше найти. Побольше бы такую найти. Красивая вообще. А это две майки. Да, купим. Ну, украшения, конечно, да. Варежки с шапочкой. Ну, и с покемонами. Покемонами с покемонами. Кстати, балетки для тебя.
сандали с покемонами. Цена, конечно, по сравнению с Лазадой. Такое одновременное платье и кофточка. Да. Если на улице, если жарко будет, то рукава, если холодно станет, вот так будет нормально. Много-много здесь таких остробочков, да? С игрушками, со шмотками. Везде написано сейл 50%, но нигде нету цен. С этого мастер-класса мы не ушли. Это не вот эти сложные фигуры, это такие брелки будут у нас. Типа таких. Дети что-то будут творить, заливать вот чем-то там, я не знаю, что это. Какая-то смесь, которая застынет. Выбирает. Я выбрала такого цвета, фиолетового. Ну давай, иди. У меня будет фиолетовый мисочка. Иди вот с мисочкой. Выбирают, что они будут тут творить. Смотри, тут такие еще есть, такие. Вот золотинки дарим. Что, сели творцы творить. Сейчас он тебе нальет, а ты будешь все складывать. Это зачем будет это? Это основа. Это вот из чего сам брелок состоит. Происходит они... нас в лампе. У меня фиолетовый мишка. Фиолетовый мишка. Вот. Интересно будет. Я взяла вот такой вот брелочек для него. Угу. Сейчас едет экскурсионный двухэтажный автобус по городу, по Паттайе. И вот здесь у него, видимо, и конечная красная линия. У него же не одна линия. Это красная линия, еще какая-то линия. Разные маршруты. Надо уточнять, куда он привезет. А мы сейчас пойдем на ярмарку еще. О моей любви к шопингу и торговым центрам можно легенды слагать. Я прям вот как лимон вжибаюсь. Мне нравится иногда прогуляться, выпить кофейку и уйти. Ну и детям приятности там сделать, там мастер-класс, все. А вот сам шопинг я люблю все-таки онлайн. Я могу дома спокойненько замерять себя сантиметром, там сопоставлять, все у меня всегда получается. Вот. А это только ради красоты, в общем-то. Что? И аттракцион номер 28. Это самолет. Здесь очень красивый. Самолетики стоят. Конечно. У вас тут есть фотографии, когда вы были маленькие с Тёмой около колес. Вернее, вот там под тем, под другим самолетом. Ну, помимо самолета здесь ярмарка. На последний остаток сил мы ее сейчас немножечко посмотрим. Ой, там змеюка лежит. Так, здравствуйте. Человек, праздник. А, здесь продаются наборы для мыльнопузырения. Здесь, как на всех порядочных ярмарках, звери. Так, нет. Кролики, шмолики. Ну, и все, опять мы застряли. Пойдем. Тут шмотки, ну, в общем, и елка, елка. Еда, еда. Еда, еда. Дарина подошла, говорит, what is this? Бери. Кукушка. Это мандариновый, не апельсин, а мандарин. Ай, красавица. Ёлочка. Ём, ём. Много Рождеств новых годов, потому что в Таиланде Паттайе отмечают. Все.
китайский, католический, традиционный. 31 декабря на 1, а потом будет, да, китайский Санкран. И до самого лета все новые года по всем гороскопам, все будет. Ну, атмосферка классная. Атмосферку они создают чудесненькую. Друзья, увидимся в новых видео. Пока-пока. Let's make it count. Leave the past behind. Leave your doubt. Let's see. И пришли красавицы, девчонки, мальчишки, кто вы, люди. Ну, красивые, сейчас будут, наверное, шоу танцевать. Здесь вообще, я так поняла, фестиваль еды проходит. Господи, ну как же они любят эти костюмы, эти перья, каблуки и переделывать свой пол. Очень красивые костюмы. Фотографии делать можно.